Выбор, который определяет будущее. Главная политическая кампания года все ближе к финишу. И внимание к ней повышенное. Пока кандидаты волнуются, а избиратели думают, за кого отдать свой голос, предприятия общепита также собираются завоевывать своего покупателя. Для них это тоже своего рода экзамен. При формировании цены на продукцию собственного производства и на продукцию, на покупные товары, применение наценки и надбавки наше предприятие не планирует. От хлебобулочных до кондитерских изделий Бобруйский общепит готов удовлетворить любые запросы даже самого заядлого гурмана. Накормят всех. С таким девизом ко дню выборов подходит и на заводе тракторных деталей и агрегатов. Повара с промышленного гиганта уже готовы угощать. Будет большой ассортимент пирожков с различными наполнителями, булочек, кексы детские, смаженки, сосиски в тесте, салаты будут у нас. Самые вкусные блюда, приготовленные своими руками, в этом уверены учащиеся Бобруйского торгово-экономического колледжа. Без добавок и красителей, только все самое свежее. Поэтому продукцию учреждения знают и любят во всем городе. Учащиеся подбираются также с большой ответственностью, потому что это не только, скажем так, как продукт питания, но это также и продукт, который будет радовать и поднимать настроение именно в праздничный день. Без надбавки по ценам производителей. Кроме работы буфетов, предусмотрена продажа непродовольственных товаров отечественного производства. На участках, где большое количество избирателей, предусмотрена и торговля снаружи в виде ярмарок. Будет организована и дегустация, промо-акции и презентации. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.